На Гавреце победил Арсалан Будажапов, Бурятия. На Гавреце борьба в 1/4 финала весовой категории до 74 килограммов. Приглашаются Тажетин Акаев, Москва, Анюар Гидуев, Краснодарский край, Кабардино-Балкария. На ковре борьбу ведут борец в красном трико, заслуженный мастер спорта Виктор Лебедев. Победитель и призер чемпионата мира, чемпион Кубка мира, победитель и призер чемпионата Европы. Его соперник, борец в синем трико, Исмаил Мусукаев, Дагестан, Кабардино-Балкарская республика. Исмаил Мусукаев является вторым призером первенства мира среди юниоров, победителем первенства Европы, серебряный призер чемпионата России, серебряный призер международного турнира Golden Grand Prix Иван Ярыгин. Магомедов, Республика Дагестан, Махачкала, мастер спорта, ему 22 года, тренеры Гасан Абдулбасыров, Муслим Амирасланов, Арсен Витинов. Магомед Хабиб, победитель международного турнира, Али Алиева в Каспийске. Баир Базаров борется в синем трико, Бурятия, город Улан-Удэ. Мастер спорта международного класса. 11 лет в борьбе. Тренеры Бату Базаров, Федор Макутов. Баир Базаров, победитель международного турнира, на призы.
приглашаются Мурихлан Пешев, Радик Варенин. Уважаемые зрители, черточка, которую вы видите внизу оценки, обозначает, что при равном счете преимущество у борца в синем трико. Цей победил Аниуар Гедуев, Краснодарский край, Кабардино-Балкария.